декабря профессиональная команда пловцов отправится в Тюмень на Кубок России. А в перерыве в родном Ульяновске лучшие из лучших дали старт новому плавательному сезону. Слово Татьяне Домодановой. Это маржин, кто без денег делает себя богатым. Горячий хит в исполнении поклонников экстремального холодового плавания. В Ульяновске таковых не менее 300, в активе 50 спортсменов. Среди них участницы межконтинентального заплыва, отважные дамы, переплывшие Берингов пролив и установившие рекорд России, Европы и СНГ. Елена Семенова и Ольга Соколова. У всех был боевой настрой, как на войне. Всех было вперед, 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 задача и только вперед. Никто даже не думал, все свои страхи оставили дома, засунули не знаю куда. Потому что если бы только подумать о страхах, то в воду было бы не зайти. После Берингового пролива Свияга для спортсменок – тихая заводь. Температурными показателями они даже не интересуются. Их уточняют для начинающих моржей. Вот уже все остановилось. 3,2 градуса температура воды. В 2013-м сезон открывают раньше, что, по мнению организаторов, оправдано. Готовы мостки, вода и люди. А чтобы плавалось веселее, перед официальным стартом – фотосессия русалок. Давай, поближе, поближе подходишь, я за мной. Спирта морская. Пойдем. Смотрим внимательно, даем установку. Повнимательны, мои дорогие. Этого вы нигде не увидите. Ура! Теперь и остальным в воду можно по принципу. Сначала новички, затем профессионалы. Честно говоря, на происходящее в воде даже смотреть холодно. Но когда вспоминаешь, что среди моржей есть люди, которые переплывали и Волгу, и Берингов пролив в предельно низких температурах и балансируя между сильнейшими течениями, понимаешь, что все возможно. Главное делать это после предварительной подготовки. Ведь холодная вода может как здоровье прибавить, так и в бараний рог согнуть. 50 метров максимум проплывали моржи на открытиях сезонов прошлых лет. В 2013-м замахнулись на вольную дистанцию в полкилометра. Это и свидетельство мастерства, и генеральная репетиция перед грядущим волжским марафоном. 30 ноября мы будем плыть в Волгу. Это 4 километра в районе Старого моста. Предполагается 3 команды. Причем команда города Ульяновска впервые в жизни будет плыть отдельной командой. 15 декабря наши моржи отправятся в Тюмень на Кубок России, а в марте 2014-го Елена Семенова и Ольга Соколова представят страну на международном чемпионате холодового плавания в Финляндии. Татьяна Домоданова, Олег Тоньшин, РЕН-ТВ, Ульяновск.